Это нарушает, во-первых, в первую очередь, экологию нашего двора. Это выхлопные газы. Сейчас скоро начнутся летние каникулы. Дети будут играть и бегать. Это опасно и для детей с другой точки зрения. Это шум, это грязь, это недовольство соседей. Это недовольство наших соседей. Живем в одном дворе, но по разные стороны баррикад. Жалуются жильцы одного из домов по улице Гагарина. Нерадивые автомобилисты буквально оккупировали дворовую территорию своим транспортом. Отсутствие парковок или же дороговизна платных стоянок, если не вынуждает, то является одной из причин, когда водители бросают автомобили прямо под окнами жилых домов. И не важно, что это детская площадка, зеленая зона или спортивный городок. Пешеходы парируют. Дескать, надо было думать о стояночном месте, когда машину покупали. Ну, в данной ситуации нам не хватает, как говорится, сознания автомобилистов, которые считают, что все кругом должны. Вот. И поэтому они куда хочу, туда и ставлю. Я здесь живу, я... На сторону пешеходов встали в региональном ЗАГС-собрании. Еще летом прошлого года в ЗСО рассмотрели и приняли закон, согласно которому парковка автомобилей на озелененных территориях, детских и спортивных площадках, а также газонах запрещена. Вот только есть одно «но». Работает ли сегодня этот закон? Не работает. Не работает именно в первую очередь по причине того, что муниципальные органы власти и административные комиссии по их руководству любого города, значит, Ульяновской области на сегодняшний день не, так сказать, ну, скажем так, не поставили выполнение этого закона в приоритет своих административных комиссий. На деле оказывается, что ни слова закона, ни мольбы пешеходов реального действия на недобросовестных водителей не имеют. Даже штрафы, которые доходят до 100 тысяч рублей, бессильны против наплевательского отношения к другим людям. Весь у нас двор огорожен машинами, как живая изгородь. Газы, ребята бегают. Вот у нас детская площадка. На этой детской площадке и ребятишки сюда на дорогу выходят, и с мамашами ходят. Ну, невыносимо. На защиту пешеходов встали и специалисты из городской администрации. Пресекать факты незаконного размещения транспорта решено при помощи специальных рейдов. Были проведены мероприятия по установлению личности правонарушителей, владельцев автотранспортных средств. Были направлены уведомления о составлении протоколов. В дальнейшем будут составлены протоколы о административном правонарушении, и материалы будут направлены в суд для принятия привлечение данных лиц к административной ответственности. За один из подобных рейдов специалисты обнаружили более 200 припаркованных за рамками закона автомобилей. Но каждый двор силами властей проверить не выйдет. Поэтому на улице Гагарина с наплевательским отношением водителей жильцы дома начали бороться собственными усилиями. Ну, особо одаренных. Мы фотофиксацией занимаемся. Уже дальше будем в связи с выходом вот этого... Запрет на парковку на зеленой зоне, парковки на детских площадок. Тут будем фотофиксировать и отправлять по инстанциям. На деле получается, что принятый закон не работает как из-за халатности самих представителей власти, так и потребительского отношения непосредственно автомобилистов, которые не хотят считаться с чужим мнением. И здесь проблема не в документальных устоях, а в моральных убеждениях, изменить которые при помощи закона выйдет едва ли.